Всем привет! В последнее время очень часто стали задавать вопрос по поводу того, когда же троллейбусы из Москвы выйдут на линию. Ну так вот, даже уже публиковались фейковые данные о том, что якобы троллейбусы уже хотели выйти на линию, но внезапно все поломались. Почему-то очень часто бытует мнение о том, что чтобы троллейбус из Москвы вышел на линию, достаточно его привезти, покрасить, подремонтировать и там вкатать по депо. На самом деле нет, все гораздо сложнее. Так вот, нельзя так просто взять, отремонтировать машины, подкрасить и выпустить их на линию. Нужно еще провести кое-какие операции. Это бюрократические операции. Даже у троллейбусов существует правило «без бумажки ты букашка». Вначале нужно передать эти самые троллейбусы на баланс троллейбусного управления. После этого им должны присвоить бортовые номера. Как вы видите, я думаю, многие из вас смотрят сайт transfoto.org, на сегодняшний день всего трем троллейбусам из около полусотни прибывших выдали бортовые номера. То есть, скорее всего, только эти самые три машины переданы на баланс УРТ. И также самое главное – это оформление страховки. Вполне возможно, что хотят выпустить максимальное число троллейбусов единовременно. Этим также можно объяснить тот факт, что вначале перевезли более сложные электронные троллейбусы с более современной начинкой, а потом начали перевозить троллейбусы, скажем так, морально устаревшие. Да, в Москве есть и такие. Но дело в том, что троллейбусы постарше починить и наладить будет проще, чем более навороченные и современные. Реально, вот эти все оформления бумаг, они могут занять много времени и могут сопровождаться серьезными проблемами, как, например, это произошло в Орле, там передача машин происходила очень долго. И, честно говоря, даже не знаю, закончена ли она по сей день, потому что там многие машины до сих пор стоят, и даже бортовые номера не выданы. Но в Рязани в этом плане какие-то телодвижения ведутся вовсю. Так или иначе, ждем. Судя по тем фотографиям уже покрашенных троллейбусов, результат даже хороший, в отличие от поставки 2018 года, которые просто залепили бортовые номера московские, наклеили рязанские и выпустили сразу на линию. И после этого были частые поломки, проще уж это починить нормально один раз и выпустить. К тому же надо понимать, что, опять же, в отличие от поставки 2018 года, в этом году большинство машин прибывших уже, они совершенно другой модели, производства другого завода. Как следствие, надо ремонтным работникам осваивать эти машины, смотреть там чертежи, как механизмы устроены. На это все тоже требуется время. Да и опять же, водителям надо привыкнуть к другим машинам. Поэтому я не считаю, что стоит так уж прям сильно торопиться. Конечно, затягивать этот процесс тоже совершенно нежелательно. Но и прям вот быстро-быстро все выпустить тоже было бы плохо. Нужна золотая середина. Так или иначе, думаю, что в ближайшие пару недель машины все-таки начнут выходить на линию. Ну и под конец совсем уж грустной истории. Несколько троллейбусов прибыли из Москвы уже в частично разукомплектованном состоянии. Если для более старых машин это менее серьезная проблема, потому что, в принципе, запчасти от наших имеющихся троллейбусов к ним могут подойти, то для более новых это серьезная проблема, так как там нужны совершенно другие запчасти. Я повторю еще раз, это троллейбусы такой модели, которая в Рязани не эксплуатировалась никогда. И с этим могут возникнуть реальные большие проблемы. Ну и опять же, некоторые машины простояли под открытым небом больше года, соответственно, прогнили. Ну, я уже рассказывал, показывал даже, что реально пришли машины с дырами в кузове. Но это не такая большая проблема, если проблема, естественно, только в кузове. Кузов можно переварить, но, опять же, на это потребуется уже несколько месяцев. Поэтому остается только ждать. И надеяться на то, что этот процесс не затянут в силу многих причин. Но на этом все.